Учили сочинять песни. Ну, потом появился Андрей, и как бы начали сочинять свои тексты. Смотри, он пишет такие вот стихи. Мы, конечно же, были восхищены. Потому что другого такого мы не видели. Появилась такая тема писать такие песни, как ну, тексты. То есть... Страшилки. Вот эти все тексты ему выкладываю, и он их начинает вот по очереди песенки создавать. И я смотрю, так вроде да, и песня. Круто делаем!